Всем здорово, с вами Android и Androidыч. Сегодня хотел поговорить о симуляторе УАЗика, который называется УАЗ 4x4 Offroad Simulator. В игре можно поменять качество графики и также управление. Но я оставлю как есть, у меня стоит качество графики High. Нажмем Start Game. Мы можем выбрать Free Rate, Search и Orientation. Выберем Free Rate. Мы можем выбрать день и ночь, давайте выберем день. И погодные условия различные есть. Давайте выберем солнечную погоду. Достаточно большая территория, достаточно качественная графика в данной игре. Вот наш УАЗик, как видите, выполнен достаточно качественно. Мы можем вот так с вами ездить, да? Можем менять камеру. Вот. Ну, если сравнить с другими симуляторами, то это очень-очень качественно сделано. Вот, можем ездить, даже здесь вода есть. Можем просто исследовать. Именно конкретно этот уровень, это исследование, да, просто кататься по различным уровням карте. Вот водичка тоже, видите, как достаточно качественно сделана. Вот, можем ездить, гнать, что есть сил, и кататься, получать наслаждение от езды на данном автомобиле. Вот, деревья, все очень-очень хорошо сделано. Думаю, понравится многим людям, особенно так как меня в основном подписчики русские смотрят, то они с удовольствием, можно сбить ли корову, ой, что-то у меня корова даже тут имеется. Вот даже, видите, врезался куда-то. Птички поют. Вот, даже если дым идет. Вот в эти коровка есть. Если можно ли ее сбить, я пока не знаю. Вот, качественная игра. Разработчик еще будет стараться выпускать новое обновление, улучшать ее и многое другое. Но сейчас уже очень круто, качественно сделано и заслуживает, так сказать, вашего внимания, чтобы вы в нее сыграли и почувствовали, насколько все круто реализовано. А давайте попробуем выбрать какой-нибудь другой уровень с погодными условиями. Фрирайд, давайте ночью, чтобы с дождем. Мне просто интересно, как будет это все выглядеть, насколько все будет качественно, потому что я еще не запускал. А вот и дождь. Ага, вот дождь в темноте. Ну-ка, наверное, выберем. Ну, начинаем мы же с этого места. Корова сбивается. Да, мы можем. Ну, корова не сбивается, конечно. Это, так сказать, это так больше для виду она стоит. Но тоже очень хорошо сделал. Хорошо бы еще разработчик бы сделал освещение в данной игре, чтобы можно было. А, вот, кстати, освещение задний цвет. Итак, давайте попробую сейчас я какой-нибудь другой режим использовать. Вот, допустим, искать. Ну, уровень, как я понимаю, один. Выберем туман. Начинаем мы всегда с одного места. Это, конечно, считаю минус. Но потом разработчик, думаю, исправит. Вот видите, туман конкретно, да? Тоже все круто, очень сделано. Вот такой крутой симулятор. Всем советую в него сыграть. А к плюсам отнесу графику, управление. И, короче, игра очень круто реализована. А к минусам, ну, минусов как таковых нет, но что побольше было различных. Вот даже машина так может у нас переворачиваться. А побольше был бы еще какой-нибудь автомобиль. В принципе, тут все-таки симулятор УАЗика все равно очень круто сделан. То есть побольше карты, больше территории. А так все очень круто. А всем советую в нее сыграть. С вами был Android Androidыч. Всем пока. До скорых. Вот так, кстати, можно смотреть. Так вот. Вот, видите, как круто, какая модель крутая. Очень круто сделано. Всем пока, до скорых встреч. Yeah.